Медали разного достоинства. Больше знает Кристина Шапран. На Ялтинском паркете пары из Украины, России, Турции, Румынии, Англии, Италии. Дмитрий Реплюк и Яна Захарченко из Запорожья вместе выступают меньше года. Недавно они вернулись с Блэкпула, одного из самых престижных международных турниров. В Ялте Дмитрий и Яна одержали победу. Европейская программа, признаются танцоры, импонирует им больше латинской. Европейские люди, они более спокойные, уравновешенные, в них нет дерганности, как в латине, нужна энергия. Ну, конечно, в стандарте нужна энергия, но это разные вещи по сравнению с латиной. Каждую пару оценивала интернациональное жюри, 11 судей международной категории. В этот раз большую роль сыграло судейство, состоящее из, можно сказать, иностранных культовых тренеров, которым известных в мире, которые, в общем-то, подняли престиж мероприятия, и пары приехали, чтобы их оценили педагоги высокого класса. Среди победителей и призеров Кубка Ялты оказались и крымские пары. Танцоры Симферополя, Севастополя и Ялты пополнили копилку сборной автономии на 17 медалей разного достоинства. Кристина Шапран, Андрей Стащенюк, служба новостей «Волна», Ялта.